Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру, которая называется Oregon Place. Итак, доброе утро, граждане Вертикали 5. Шанис Маклейн переработана. Она возглавляла преступную группу, которая хотела захватить власть в комитете. К сожалению, из-за риска саботажа мы отменили все решения мисс Маклейн по управлению заводом. Новый управляющий станет Патрик Уэллс, руководитель космической программы, которого мы вызвали из плена террористов с Вертикали 77. Пожелаем ему удачи и добро пожаловать на Вертикаль 5, лучшее место на Земле. Это все новости на сегодня. Ждем вас завтра в то же время. Так, ну давайте пойдем на работу. Теперь мы играем за нового персонажа, потому что старый наш персонаж отправился на переработку. Я надеюсь, что мы хотя бы новым персонажем продержимся больше одного дня. Итак, надо вспомнить, что нам тут нужно делать. Во-первых, добро пожаловать на завод мяса. Говорят, ты один из умников с Вертикали 77. Надеюсь, запомнить два правила тебе по силам. Первое. Я представляю комитет по спасению человечества. Ты исполняешь все мои приказы. Все мои приказы. Запомнил? Второе. Заказы для ковчега выполняй в первую очередь. Нам надо построить корабль за 30 дней, иначе мы трупы. Но сожрать тебя успеем. Ну, спасибо, блин. Увижу, что ты не оправдываешь доверие комитета, отправлю на консервы, как твоего предшественника. Блин, злой начальник вообще пипец. Твой первый заказ для ковчега – производство сопла двигателя. Инструктаж по работе завода тебе уже не нужен. Ты уже у нас самый умный. Приступай к задаче мяса. Выполнить заказ на строительство, ладно. Так, выносливость. Я думаю, в топку тебя. Тебе тоже в топку. Так, чувак. Как мы? Так, давайте наймем. Отлично. Ой, тебя сжечь нахрен, ты вообще. А, таких. Нанимаем. Таких нанимаем, умников. Так, хорошие новости. Комитет постановил, что все фракции получат квоты на часы, так, когда они могут прийти и попытаться пройти отбор на ковчег. Можешь завести себе друзей, но не забывай, что ты работаешь на комитет. Сегодня к тебе придут из правительства и синдиката. Не облажайся, мясо. Так, приветствую, товарищ. Виктор Хоффман, Министерство пропаганды и контроля. Будем сотрудничать для обеспечения стабильности на Вертикали 5. Рекомендуем для получения поддержки правительства пропускать на ковчег больше наших сотрудников. Они гарантируют порядок в мире будущего. Кстати, о порядке. Аналитики говорят, доверие к правительству упало на 10%. Переработка граждан не повод усомниться в руководстве. Раздайте 10 наших агитационных брошюр тем, кого вы возьмете на ковчег. Мы рассчитываем на вашу помощь, товарищ. Так, кого мы возьмем? А где? На. Отлично. Все, иди. Одобрено. О, нифига себе. Так, тебе тоже. Одобрено. Иди. Да блин, слушай. Нормально. Ведь печаточку. Да блин, смотрите все какие пошли прикольные. Так, интеллект. Нахрен. О, так. Одобрить. А, тебя сожгем. Да, в принципе, пойдешь. Одобрено. Так, давайте на фабрику сначала сгоняем, посмотрим, что нам нужно выполнить за кастеры. Так, детали ковчега. Кровь. Где у нас кровь? Купить слот. Тело. Так, а нам нужно же чуваков на кровь направить, да? Лучше двоих. Чего? Ты серьезно думаешь, что я буду работать в цехе с противоположным полом? Ошибаешься. Чувак, ты чё? У нас жена ненавистник. Все, нормально, вроде бы. Вроде бы. Так, на КПП. Так, а чё мне для крови-то нужно? Тело. Ну, должны, вроде бы.
Так, погнали. Вот, смотрите. Сейчас кровь они намутят. Так, тебе агитационку. Дальше двигаемся. О, тебя только в топку. Так, хорошо. Одобряем. Иди дальше. О, господи, так. Ты вниз у нас летишь. Ладно, тебе тоже дадим. Пропускаем. О, тебе тоже дадим. Тебя тоже пропускаем. Самых умных пропускаем. Это на мясо у нас идет. На мясо идет. Детали ковчега, смотрите, как быстро делаются. Так, тоже идешь на мясо. Нет, тоже идешь. Заказ ковчега выполнена. Ребята, мы справились со всеми заданиями. Так, и агитационки мы, кстати, все раздали. Вот это ништяк. Так, давайте посмотрим, что еще. Нам заказ. Сборка ковчега в процессе. 180 секунд. Мы можем даже успеть. Круто. Никаких дополнительных заказов у нас нет. Доска заказов, кстати. 5 часов. Во. Мы можем кости еще принять заказ, попробовать. Где у нас кости? Кожа, мясо, кости. Так, давайте вот этого чувака на кости поставим. На кровь двое, да? У нас, в принципе... Так, убрать. Так, а как тебя убрать-то? Алло. Закрыть. Мы их типа снять не можем. Так, давай тебя тоже на кости... Да, блин, я же забыл. Забыл. Что они вместе не хотят работать. Ладно, хрен с ним. Так, мы задачи, в принципе, все выполнили. Интеллект, ну блин, стрессоустойчивый. Не, давай ты на органы пойдешь. Так, агитация прошла по плану. Вы оправдали наши ожидания. Правительство надеется, что мы продолжим сотрудничество на благо Вертикали 5. Ждите дальнейших указаний, а пока не буду отвлекать вас от ваших от выполнения ваших служебных обязанностей. До скорой встречи. Ё-моё, опять эта шайба пришла. Ты тут главный фраер. Я Лучано Трицелли, синдиката, представляю интересы Дона. Мы уважаемая семья, с которой тебе не стоит враждать. Блин, давайте её скинем нахрен. И... Попытка не пытка, прикиньте. У меня, короче, достижение даже вылетело. Так, а если сжечь? Нет? Блин, тоже не можем, чёрт. Правила простые, пропускай... Наших на ковчег, и мы с тобой подружимся. Друзьям мы помогаем решать проблемы. Врагам их создаем. Сегодня к тебе придет наш друг, Том Холш. Он помог нам решить одну проблему с бюрократами из правительства. Подробности тебе не нужны. Достаточно знать, что ты получишь пачку банкнот и благодарность Дона, если спрячешь Томаша в ковчеге. Надеюсь, мы друг друга поняли. А я даже не знаю, блин. Отказать-то я и не могу. Томаш. Аркадий Орлов. Слушай, чувак, ты вообще какой-то хреновый у нас. Так. А, тоже нафиг. Тебя сжечь. Нафиг. Надо все зелененькое. А, надо всего зелененькое. Что-то какие-то не очень. У, тебя вообще сжечь нафиг. Во, тебя мы берем. У заказа вышло время. В смысле, мы не успели, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим, что за нафиг. Сборка прошла. Так, у заказа вышло время. Че, мы типа кости не смогли, да, сделать? Блин, ну, потому что у нас вот чувак не хочет. Да? Так, услуги фракции правительства. Так, синдикат... Наверное, надо тогда вот эту дамочку отсюда убирать. Как тебя? Как тебя вытащить-то? Во, вот так. Вытаскивается она. И вот так вот. Все. На кости заказы. А кровь. Да ладно, у нас мы кровь выполнили. Консервы-то. Кожа. Вот. Консервы. Давайте за один час консервы. Где у нас ткань, КПП, склад, тело, волосы, кровь, кожа, мясо, кости, печь. А где консервы? А как мне консервы сделать? Блин, мясо. Купить слот за 150.
Как консервы это делать? Склад тел. На КПП. Ткань. Я что-то... А я не вижу, как мне консервы сделать. Так что, извините, пока не знаю. Том Уолш. А мне кого надо? Вот этого чувака? Ладно, иди. Так и быть. Вижу, мы с тобой сработаемся. Том добрался до ковчега и передает привет. Может, ты еще с ним увидишься. Хотя обычно он стреляет в затылок. Шучу, ты не нервничай, возьми деньги за заказ, сходи в бар, кабаре после работы, выпей рюмку на здоровье Дона. Не прощаемся, фраер. Все, день прошел, ё-моё. Мы вроде 3 задания даже выполнили, охренеть. Так, что у нас на фабрике? Дальше работать мы не можем, к сожалению, и в принципе можем идти отдыхать. Все, завершить день. Я надеюсь, нас сейчас не уволят и не отправят мясо. Так, зарплата сотрудников минус 145, выплачена. Выплата зарплат. Окей, накоплено доходов. Короче, у нас не очень все хорошо идет. Так, параметры ковчега. Выживаемость 48. Мы немножечко начинаем продвигаться. И у нас куча народу. Смена. Нам надо как... А как нам? Блин. Сотрудников завтра работает. Двое всего? Почему? Все пусть работают. Завтра заказов будем выполнять. Завершить день. Доброе утро, граждане Вертикали 5. Ночью террористы взорвали бомбу на 119 этаже. Количество жертв уточняется, но уже ясно, их будет много. Правительство уверено, что теракт организован руками земли. Они получили тротило террористов из вертикали 77 во время вылазки в пустоши. Церковь Добродетели проведет местную мессу по погибшим. Приходите, будет вкусно. Это все новости на сегодня, ждем вас завтра в то же время. Так, ну вроде нас не уволили. Пойти на работу. Отличненько. Мы уже выходим на работу второй день, и это уже огромный плюс, потому что мы все еще свою задницу держим. Так, консервы. Я не знаю, как консервы делать. Давайте ткань, наверное, и кожу. Так, ткань и кожа пусть будет у нас. Так, где тут у нас на КПП ткань? Так, давайте на ткань у нас пойдет раз и так. Тут нельзя ткань, кожа. Где у нас кожа? На кожу пойдут двое. Все, отлично, погнали. А вот консервы как делать, я что-то не знаю. Склад. Улучшить не будем у нас пока денег. Так, улучшить. Как делать консервы? КПП. Подождите, комната отдыха. Блин, не надо. Ткань. Где консервы-то у нас? Мне как-то можно заказ отменить? Консервы. Закрыть. Я не могу, короче, вот этот заказ выполнить. Черт, ладно, начать рабочий день. Комитет получил информацию о готовящемся теракте и фотографии предполагаемых террористов. Эти люди не должны попасть на завод или ковчег. Так, бомбу не видно под одеждой. Подозреваю, что перед тобой террористы, используют сканер. Это новейшая разработка правительства. Увидел бомбу, жги врага вертикали 5. Печь выдержит взрыв, а мы получим еще больше топлива для завода. Помни, от тебя зависит жизнь людей. Отлично. Так, сейчас мы будем... Так, террористы. Так, церковь Добродетели приветствует тебя, брат. Я старший пастор Адам Дамер. Слуга мясного бога, чьей милостью мы сыты в эти темные времена. Пропускай на ковчег наших единоверцев, и наше благословение обеспечит твою ношу. Мы разделяем не только мясную трапезу, но и беды друг друга. Не, нифига. Голодный глух в истине, не придет в общину, не накормит пастора. Так посети его сперва с дарами, а позже съешь во славу мясного бога. Церкви нужны консервы для мясной мессы, для страждущих жителей с нижних этажей вертикали. Мы смиренно просим тебя о помощи, брат. Не совсем я уверен. Я отклонить-то даже не могу. Что самое интересное? Так, террористы. Проверяем. Так, нет, такую в топку только. А Антончик, мы будем всех проверять.
на органы. Опа, так, проверяем, пропускаем. Отлично, мы всех будем проверять, но выносливость маленькая, чувак, давай ты на органы пойдешь. О, тебя мы пропустим, карточка найма. Так, террористов не существует, все это пропаганда правительства. Ага, до свидания, отлично. Одна у нас уже улетела. Так, завершено строительство деталей ковчега. Выполнить заказ на консервы. Это все круто. Так, мы тебя проверили, да? Проходи. А, нифига себе. Все красное. Так, подождите пока. Я не понимаю, как консервы-то мне сделать. Давайте на паузу нажмем. Заказ на консервы. Церковь добродетель. Да пошли они в задницу. Это все очень круто. Так. Ну, я не понимаю, как сделать. Администрация, завод, отдых, мемориал, ковчег. Блин, уже столько народу на ковчеге. А, принципы фракции. Мы что-то тут можем делать? Чиновников на ковчеге. Короче, склад тел. Улучшить. Мы можем... давайте на вол... Мы всех поставим. Так. Ткань. Что у нас тут делается? Консервы, мясо. На мясо у нас почему-то не стоит. В одиночку скучно. Раз. Два. Все, доволен. Так, мясо есть, консервов нету. Ткань. Волосы. Где у нас? На ткани стоит чувак. Давайте... А, к нему только одного можно. Паранойя. Что такое паранойя? Сотрудники боятся взрыва бомбы на заводе. Они тратят рабочее время на слежку друг за другом, надеясь вычислить террористов. Так, установить муляж камер, выбрать сотрудника, выдать ему муляж бомбы и публично его казнить. Блин, ну я не знаю. Стоимость. Давайте вот это у нас. Выбрать сотрудника, выдать ему бомбу, потому что, ну как бы, блин... Стоимость у нас денег и так мало. А тут мы можем одним человеком всего лишь пожертвовать. Давайте это. Все. Вот комната отдыха. Где гребаные консервы? Как мне тут что-нибудь построить-то? Доска заказов. И эти... во. Консервы. Так, это благословение ковчега. Церковный заказ. А я типа могу его нахрен, да? Отменить? Нет. Мясо. Нифига не... А, вот так вот. Церковный. Вот. Вот. Я не могу? Серьезно? Деталь ковчега. Так, ну у меня что-нибудь делается-то вообще? А, у меня трупы-то не идут. Мне же нужны жители... чтобы у меня шел процесс. Так, понятно, ты кто у нас такой? Тебя ничего нет, но ты что-то хреновенький. Давай тебе на органы отправим. Проверяем. Мы всех будем проверять. Так, тебя мы пропустим. Отлично, проверяем. Тебя тоже пропускаем. Так, не сразу приняли они учение, но благо плоть вкусна, а голод страшен. Так гласит книга «Мирские заботы и путь к Господу». Церковь добродетели разочарована вами, но я знаю, как извилиста и трудна тропа к мясному богу. Вы получите свой шанс на искупление, грешник. Да нахрен ты мне нужен? Мясной бог какой-то, блин. Так, зовите меня Джо Гудман. Мы руки земли, автономная революционная группа. Наша борьба в самом разгаре, и мы... Нужны нам, комрад. Бери на ковчег наших людей, и мы поддержим тебя в трудное время. Из угнетателей, фанатики и головорезы лишь используют тебя, но мы не такие. Планета 42 — это лишь наш план Б. Мы ищем в пустоши радиационно устойчивые растения, которые восстанавливают экологию и станут источником пищи. Разведчикам нужно защищать костюмы для экспедиции. Одна партия ткани сохранит десятки жизней. Это твой вклад в светлое будущее. Так, ткань, да? Проверяем. Так, нормальный. Давайте заказ на ткань. Где у нас ткань? А, ткань у нас делается прям нормально. Так. Ч
Что-то у нас террористы не попадаются. О, второй пошел. Одну мы что пропустили? Не могли мы пропустить. Так, ты у нас тоже на органы пойдешь. О, нифига себе, тут у тебя все хорошо. Одобрено. Ё-моё, что ж у тебя все так плохо? Тебя вообще сжечь нахрен. Так, тебя тоже сжечь. Не. Результат кожаное лицо. Что это такое, сотрудник? А Прохоров сделал театральную маску из кожи и устроил моноспектакль на перерыве. Коллега свистали артиста и забрали... И забросали его костями. Короче, народ у меня с ума сходит. О, еще один террорист. Все, отлично. Так, Виталий Громов. Виталик, ты вроде... Ну, давай, ты лучше на органы пойдешь. Выполнить заказ на консервы. Ну, извините, не выполнил. Выполнить заказ на ткань. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Ткань-то идет. Ткань, мясо. А где у нас? Руки, кровь. Вот, заказ правительства. Оказывается. Почему-то мы не начали его делать. За один час. Блин, мы успеем. Так, ты пойдешь у нас сюда. Проверяем тебя. Так, у тебя все хорошо. Проверяем. Главное, чтобы бомб нам больше не принесли. Всех, по сути. Ну, давай ты пойдешь на органы. Так, ты тоже пойдешь на органы. Ты тоже пойдешь на органы. А чё их не проверяю, хрен его знает. Ну, в принципе же, больше террористов не должно быть. Мне так кажется. Так, деталь ковчега, отлично, мы сделали деталь ковчега. О, и ткань прокачали. Так, чего? Все? А, ладно, вали. Все вроде бы. Мы боремся за спасение планеты, за избавление вертикали 5 от гнета тоталитаризма, кровавой религии и преступности. Это тяжелый бой. Но с тобой нас ждет победа. Разведчики благодарят за партию ткани. Они готовятся к новой вылазке в пустоши. Жди меня с новостями, комрад. Блин, мне кажется, меня за все эти махинации скоро уволят. Давайте завершим день. И будем ждать третий. Итак, в минусе. Минус 345, доход 305 баксов. Ну, в принципе, неплохо. Вперед. Так, и смотрите, выживаемость у нас уже нифига себе. Нормально, строительство у нас. Ступени, видимо, этих идет. Хорошо, дальше продвигаемся. Все у нас выходят завтра на работу. Завершить день и ждем новостей. Доброе утро, граждане Вертикали 5. Война с террористами продолжается, но всех их ждет кремация. Это официальное заявление правительства. И еще новости от руководителей Вертикали 5. Рой Дуган временно отстранен от работы. Чиновника отправили на курсы управления гневом, но он сбежал. Пастор выбросился из окна 59 этажа. Синдикат опроверг слухи, что он был их должником. Все это новости на сегодня. Ждем вас завтра в то же время. Пойти на работу. Третий день, ребят. Мы продержались до третьего дня. Охренеть. Вот это крутяк. Так, жители ковчега голодают? В смысле? А, строительство. Для перемещения. Так, да я бы на самом деле что-нибудь построил. Только, вот как? Комната отдыха, купить слот. Блин, ну подождите, я не хочу комнату отдыха покупать. Или подождите. Ну давайте купим слот, вот так будет у нас два места. Склад тел. Мести улучшить мы не можем. Мы же не можем ничего тут купить. Товары, ресурсы. Если бы я мог что-нибудь вот тут вот хотя бы построить, я бы обязательно это открыл. Но, к сожалению, не могу. Так, на КПП опаздывают сообщения. Кто опаздывает, хрен его знает. Так, мы начинаем рабочий день. Террористическая угроза пока не ликвидирована. Фотографии подозреваемых тебе выдали очень... разожгли. Огонь разожгли, отправляй врагов вертикали в топку.
Но и про правительство Ковчега не забывай. Комитет следит за выполнением плана. Жители уже собирают вещи, готовятся к полету на планету 42. Кстати, ты уже познакомился со всеми четырьмя фракциями. Надеюсь, врагов нажить не успел. Бюджет у комитета на дополнительную охрану нет. Всем не угодишь, но дружба – дело выгодное. Принципы у фракции разные. Их не всегда можно объединить. Выбирай, чей подход к управлению тебе ближе. Да я бы выбирал, если бы можно было отказаться. Они же приходят и все хотят. Так, бомбы уничтожают старый мир, но неравенство выжило. Рабочие умирают от голода и радиации на нижних этажах, пока угнетатели живут в роскоши. Но это не самое страшное. Они разрабатывают чипы для контроля над жителями. Наш долг – открывать глаза людям и раскрывать планы угнетателей. Мы завербовали чиновника Роя Дугана. Возьми его на ковчег, где он будет работать на благо революции. Мы рассчитываем на тебя. Нифига. Не будем расшатывать лодку. Правительство получило информацию, что чиновник второго уровня Рой Дуган вступил в контакт с террористической группировкой Рук Земли. Вот правильно, что я отказался. Мы подозреваем, что он готовится совершить теракт на ковчеге. Товарищ, вы должны его ликвидировать ради безопасности наших колонистов. Конечно. Террористов нахрен. Так, Каролина Логинова. Бомба сразу, в топку. Сразу прям первая пришла. Нифига себе. Так, ты на органы. Так, и давайте, наверное, пойдем заказиков наберем. Где мои заказы? Так, стопы. Так, на складе. Так, а где? Как мне заказы-то теперь открыть? О! Так, давайте наберем заказы. Чем мы консервы не можем делать? Ткань, мясо, волосы, все. Так, погнали. Так, на ткань. У нас сразу идет двое. Нет, на ткань один может. Мясо. Так, волосы. Волосы. Чего? Да блин, этот чувак никогда не хочет работать в одиночку. Так, троих мы-то можем? Нет, только два сотрудника. Так, мясо, мясо. На мясо у нас тоже пойдут, наверное, двое. Отлично. И все, задание выполнили. Так, дальше у нас консервы. Как мне эти консервы делать? Я не понимаю. У меня нету даже, как бы, места под это. Так, чувак, ты у нас явно отправляешься на консервы. Так, вот это же фигня, рычаг переработки. Добыча ресурсов, вот топливо. И, так. О-о-о-о, так, ты сразу летишь. Так, ты кто у нас? Так, бомбы у тебя нет, но мне топливо нужно. Вот, надо немножечко жечь. Ой, нифига себе. Так, проверяем тебя, пропустим. Проверить. Не, интеллектуал, ты вообще очень хреновый, бомба. Так, все. Рой Дуган, вот. Похож на Роя Дугана. Так. Я даже не знаю. Наверное, в топочку, извини. Анжела Ловина, господи, ты вообще какая-то бестолковая. Так, неравнодушный гражданин, что это такое? Орлов переработан по обвинению в терроризме. Так, нам надо кого-нибудь нанять тогда, да? Давай карточку найма тебе дадим. Так, и тебе карточку найма дадим. Так, тебя проверим и, наверное, отправим на переработку. Проверяем. Опа, так, Рой Дуган. Ну, что мы с ним делаем? Отправляем его в пекло. Бах! Сожжен посетитель. Все, отлично. Так, тебя проверяем, отправляем. Так, подождите. У нас вот тут надо на мясо поставить. Так, двое работают, да? Вот сюда, наверное, двоих. И что нам, волосы? Блин. Короче, мы только от консервов не можем никак отделаться. Сотрудник получил слабость. Модный досуг. Ничего не могу с этим сделать. Что-то кто-то уволился.
Да и хрен, сотрудник вырос. Сотрудник заработал достаточно профессионализма для перехода на следующий уровень. Вот так у меня, видите, даже люди некоторые начинают прокачиваться. Это уже хорошо. Так, синдикаты, фракции закрыть. Так, принципы фракции. Чё, мы дальше пока не можем, да? 4 из 5, 2 из 5, 3 из 5. Ну, чё-то как-то у нас пока тут особо не клеится. Ладно, работа у нас кипит. А с этим чуваком мы что делаем? Выносливость хреновая у него. Извини, на органы пойдешь. Тоже. Ой. Вообще все очень плохо. Да что ж такое-то? Че у вас? Где все зелененькие? Ё-моё, ты-то как вообще живешь? Тут тебя только в топку. Кошмар. Кошмар, какие-то люди прям пошли очень хреновые. Всех отправляем. О, все зелененькое. Проверили, карточка найма. Спасибо. Проверили. Пропускаем. Ух ты, это что у нас такое извещение? Принят новый принцип фракции «Руки земли». С дней без происшествий. Получает 20% к лояльности в начале дня, если прошлый был без смертей и недоплат. Ну, я понял. Так. Вот у нас «Руки земли». Зашибись, короче, если без смертей, мы что-то будем получать. Сотрудник получил слабость. А комната отдыха, может быть, кого-то так, усталость. Во, вот этого чувака надо сюда. Или я не могу его отправить. Где он у меня трудится-то? Безумный. Безумный чувак. Я его отправил? А, он отдыхает. Так, усталость, усталость, усталость. Оказывается, их еще надо вот так вот отправлять. Так, у заказа вышло время. Ну, фракция недовольна, идите. Сотрудник получил слабость. А, слишком стресс большой. Ты у нас где? Давай, тоже в комнату отдыха. Все у нас, мы все заказы вроде выполнили. И день у нас закончен, кстати. Мы все тоже выполнили. И давайте последнего человека проверим. И, наверное, стрессоустойчивость, извини. Все, день завершен. В принципе, мы со всеми своими делами тоже справились. И даже новых сотрудников наняли. И у нас, смотрите, две уже частички заполнены из 6. А завтра у нас выходит, получается, 9 человек. Нормально. Завершить день. Доброе утро, граждане Вертикали 5. Правительство ликвидировало террористическую ячейку рук земли. На очереди лидеры запрещенного движения. Комитет разработал текст для оценки выносливости будущих колонистов. Рептилоиды или греи. Мы устроим взбучку любым инопланетным тварям. Старший пастор Адам Дамптер прочитает проповедь о самопожертвовании во славу мясного бога. Блин, ну что за мясной бог? Бред какой-то. Это все новости на сегодня. Ждем вас завтра в то же время. Так, ну мы дожили до 4-го дня. Выходим на работу. И как раз у нас сейчас будет возможность сохраниться, чтобы продолжить уже дальше. Так, день мы не начинаем и на сегодня заканчиваем, ребята. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.